9 дней Нового года. Минтруд опубликовал календарь выходных на следующий год. Так, 23 февраля будем праздновать 4 дня, а 8 марта только один. Тем временем комитеты по культуре продолжают формировать развлекательные программы на эти дни. Например, в Тобольске разработали путеводитель для гостей города. Наш СОПКОР Ольга Куричко воспользовалась его советами. Мороз воевода дозора обходит владения свои. Дед Мороз в Абалаке только ждет гостей, а Мороз воевода в своей резиденции детвору уже принимает. Десятки интеллектуальных испытаний придумал старый, чтобы не просто веселились, а набирались ума-разума. Боярыня Зима знакомит детей с историей сибирской земли. Поиск сундука с подарками превращается в целое приключение. Квест интересный по гостиному двору. Ну а резиденцию Мороза воеводы могут с большим удовольствием посещать как дети, так и взрослые. Музей предпринимательства Сибири, дом мастеров, губернский музей и экскурсии тоже с новогодней рождественской тематикой предлагаем гостям. Хлопочут ремесленники, ожидая признаний и хорошего барыша. В лавках много новых сувениров на разный вкус и кошелек. Мы готовим продукцию новую, таких вот петушков к предстоящему году петуха. Тут же туристы вместе с мастерами создают новогодние и рождественские украшения. Начали завозить бисер из Китая. Вот так начали опрошивать изделия. Изделия могут быть и 350 рублей, и 5000. Что-то понравилось, и у меня на сегодняшний момент не есть, мы можем совместно это сделать. Путеводитель предлагает посетить и достопримечательности Тобольского района. У кого-то традиция под Новый год ходить в баню, а тоболяки купаются в целебном источнике у деревни Гвинокурова. Сейчас минус 32, людей немного, а в праздники здесь толпотворение. Также у нас будет работать и курорт Алимасово. Это единственный горнолыжный курорт, который работает круглогодично. Также можно у нас конно-спортивные клубы открылись под горой. Татарская усадьба, деревня Алга, которые тоже принимают и рассказывают о быте татар. За 2016 год город посетило более 200 тысяч туристов. Новогодняя программа будет работать для гостей Тобольска до 20 января. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время.